И мы перезашли в нашу игру. И вот как-то так. В общем, что я вам могу вообще сказать? Что я вам могу сказать? То, что мне залагала игра, я опять слетел, тем самым у меня что там такое? Не осталось знаков, у меня всего 4 знака осталось. Это говорит о том, то, что как-то проходить опять белую акулу мне как-то. Да нафиг она нужна, ребят? Я не знаю даже во что, конечно, сыграть. Можно в любую вообще сыграть. Не ошибитесь. Давайте сыграем в ледокол, как я вам говорил. Потому что на одной игре как-то играть. А, ну я буду играть здесь за штурма, то есть. Хоть у меня и сложность маленькая сделана. Так. Ладно, ладно, ладно. Потому что я остановил загрузку, мне пришлось отключить камеру, у меня все равно залагало, я вылетел, это дело в Warface. Пожалуйста, создатели, если вы это смотрите, пожалуйста, сделайте что-нибудь с этими багами, потому что я довольно-таки часто стал вылетать из игры, поэтому я как-то свои видеоролики не так делаю, и вот так вот получается. Да. Поэтому исправьте как-нибудь вот эти баги. Потому что баги с этим вылетом задолбали меня. Начинаешь какую-нибудь игру играть, кстати? Да, надо посмотреть. Я в комнате, да? Так, окей. Например, настройки. У меня же графика на среднем. Да, на среднем должно все работать идеально просто. Но почему-то все работает не так, как надо. Ладно. Ждем. Надо даже включиться наш ледокол. Так, включается ледокол. У нас нет медов. Вы не поверите, но у нас нет медов. В общем. Так, значит, смотрите. Опять загрузка у нас. Идет загрузка нашего ледокола. И я хрен знает, сколько времени я уже потратил. Потому что потратил довольно я таки дофигища времени на этот Warface. Уже. И я не знаю вообще, как дальше, что дальше и где дальше. Как дальше, что продолжать и вообще, что делать. Это просто охренеть. Ожидание остальных игроков. Ожидаем игроков. И сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Значит, пока идет загрузка, ждем просто. Потому что больше делать нефига. Только ждать. Вот. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Дальше. Блэквуд начали против нас настоящую дальше, войну. Вот. И пока мы проигрываем. Ранги вроде нормальные. Враг атакует по всем фронтам. Но это операция масштаба это довольно таки нам наносит удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Вот зачем-то какое-то нам нужно. Противника приближается к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за перекрытием. Маккула 226 на позиции. Конец связи. Несколько целей. Стрелковое оружие. Отбой, Акула 226. Следите за главной целью. Уничтожьте силы Блэквуда с гранатометом. Помните, что ракеты необходимо вручную навести на цель. Иначе они уйдут мимо. Так. Что дальше?
Здесь, значит, ничего нету. Я проверю. Да, все работает отлично, все работает идеально и нормально. Да, все работает отлично. Все загрузка, все нормально. Веб-камеры нет, потому что я уже видел лаги. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Побежали. Стой. Здесь мины. Самое здесь такое не то, что здесь такое. Это именно наши мины, которые нам постоянно здесь мешают. Да, я чуть не взорвался. Поэтому идем дальше. Это самое такое было. Опа, хорошо. Осторожнее, осторожнее, проходим. Медов нет. Да, нам не против, это нормально. Конечно, я подорвался уже. Знаки я не буду использовать. Да, надо, куда идут. Следа. Бомбы, блин, ну вообще как будто пофиг. Идут каких-то этих. Непонятно вообще в чем. О! Какая точка, это идеально. Мы запас пополним. Сейчас выпить. Этот чертов крейсер держит шахты под плотным огнем. Спрячемся, давайте. Так, все, будет эта штука. Внимание! Корабля запущена капсула с турелями. Сбейте их, пока они не приземлились. Где они? Я уже ледокол этот прохожу, даже на легкую, не получается выйти.
или команда сливается все сразу, или я не знаю. А где вообще это? Все, посмотрели. Капсулы с турелями уязвимы в полете. Нафига команде инженер, я вот этого не могу понять. Значит, нафиг команде инженер, если... Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Контратака. Ну, конечно, ну без медов, конечно, не пройдем. Чё-то заслился очень, офигеть. Ну ладно, подождем, посмотрим. Вообще довольно-таки хороший у них ранги. Давайте один снайпер, один нет. Давайте, без медика, слабо, ребят. О, он сходил. Значит, игра продолжается. Стреляет, стреляет, что делает. Дается, а кто он? Да нет, нормального ранга. Вот это СМЕРШ мне как-то не нравится. Он вроде с нормальным рангом. Конечно, до меня еще целых два ранга. Но я вам скажу так, я бы не советовал вообще с таким миром по Америке, потому что у них нет знаков, у них нет такого снаряжения. Может даже у них есть эти пулеметы, но довольно поэтому. Ну они идут, значит, куда? Они идут до контрольной точки сюда. Ну что, это снайпер. Блэквуд обратили наши охранные системы против нас. Придется уничтожать свои же турели. Боже ты, почему же не взял нормально? Взял какую-то одежду, порыл. А это все не останавливается, как это не понимаешь. О, что он сделал, молодец. Я
сбора, но смысл, потому что долго. Им еще долго-долго идти до контрольной точки. Потому что им долго-долго-долго еще надо продолжать все делать. Да. Они заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно. Вентиляционные шахты. Вроде да, они дошли, так, но их, наверное, вот это вот шайтана, наверное. Не, не убьют. Очень странно, чувствую, нет момента, очень странное место. В каждой спецке должен быть хотя бы один метр. Но никак не инженер, это точно. Это я вам говорю 100%, потому что у всех есть. Становится здоровье, как, так же, как у снайпа. Да уж. Я на последнем месте. Проготовь как мне. Давайте, контрольная точка, давайте, давайте, давайте. Ну, парни. Охренительно. Достигнута контрольная точка. Да. Взломанный терминал уже рядом. Остановите запуск ракеты. Так. Начинаем стрелять за них. Да, мне все нравится и броняет. Нифига ничего нет. Че вы сливальщики, блин, вообще как не умеете. Блять, своими жизнями, но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Давай стреляй.
Что? Че, пошли дальше, пошли дальше. Вот, контрольная точка, все, начинается. Боезапас пополнен. Так, здесь закрылось, значит. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись, это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Так, мины, точно. Я знаю.
PvP или PvE. Твою мать, почему я не могу сделать-то, блин, PvE? Давай, 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 давай! Ой, давай! Перелог нейтрализован, вперед! Да кто в меня стреляет, я не понимаю. Ладно, пошли. Знак возвращения используем. Дальше. Где ты сидишься, я не понимаю. Где мы? Стрелок убит, повторяем. Стрелок убит. Блин. Дошли до лифта, это хоть что-то, ребят. Это уже хоть что-то. До чего мы все-таки как-то дошли. Заметьте, как. Мы старались, но мы дошли всего лишь. Внимание, ситуация изменилась. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Ведите их через терминал. Или нет? Да ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я на этом спрячу. Сейчас садимся, что можно. И так 4 раза слил.
Так, убежали. Часу весов в нашу пользу. Мы используем новые координаты, чтобы нацелить ракеты на корабли врага. Надеюсь, они все до последнего пойдут ко дну. Это наш солдат. Спас его. Дальше мне что-то кажется, что дальше мы не пройдем. Ладно, попробуем хотя бы. Хоть как-нибудь, но может быть пройдем. Хотя бы проверим, пройдем мы или не пройдем. Мне почему-то кажется, то, что мы не пройдем. Боезапас пополнен. Ребят, не забывайте подписываться на мой канал Нубас. Блэквуд играет по-крупному. Авиация врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Так. Всем приготовиться к бою. Все сюда. Все сюда. Сюда. Все. Так. Здесь будет очень сложно, если мне. Я. Да. Так. Капсулы с турелями уязвимы в полете. Так. Ай-яй-яй-яй. Дофига давать. Потому что все-таки будет непростая вещь. У меня еще граната.
ребятки, вообще. Бойцы, капсулы с турелями запущены. Уничтожьте их в воздухе. Мужик, ты чё? Ладно, надеюсь, там есть что-то. Сейчас пройдем и кинем. Так. Ща будем сам делать сейчас. Так, у меня вообще есть патроны? А, 6 есть еще. Дальше я могу ездить, блин, это контрольная точка, блин, я... Даже. Да вы что? Блин, я не смогу. Все. Все. Реально страшно сейчас проигрывать, потому что все, если я сейчас проиграю, то это... Я убил стрелка! Но зато я хоть до куда-то дошел, если честно. Я не ожидал, потому что я до сюда вообще дойду. Так, а почему мне дали патроны, а их не возродили-то? Стреляй в меня. С кого она там стреляет? Так. Сначала надо уничтожить солдата. Уничтожаем. Все лезут и лезут. Так. Пошли! Так. 50 патронов, наверное, есть. Стрелок нейтрализован. Вперед! Нифига. Палец.
тоже. Или это не турель? Это турель. Ладно. Сейчас. Я дебил. Я дебил. Найдите гранатометы и займитесь крейсером. Чего так получилось-то, блин? Как глупо-то. Нафиг слушать вообще. Так получилось. Вообще, да уж. 300. Я не знаю, что я за $300 вообще, блин, заменю. Охренеть. Охренеть. Так. В общем, не получилось. Да мы все равно бы не прошли, слушайте. Я что-то не верю уже в победу. Так. Давайте починимся. Посмотрим, что будет. Сколько это? 1000? 1000, то есть вообще ничего в ноль вообще. Даже в минус вошел. Это вообще, это как вообще так? В общем, ничего не получилось. Да уж. Ну что ж, ладно. Сейчас так вот поиграли, нормально вроде. Ну что ж, я могу вам сказать. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем, конечно же, пока.